Подмосковная прокуратура начала проверку после общения граждан по поводу затопления нескольких населенных пунктов в городском округе Красногорск, сообщила Интерфаксу представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова. Согласно поступившим жалобам, канализационными стоками затопило несколько улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха, сказала она. Как сообщали Интерфаксу в областном МЧС, 30 мая после ливней подтоплены территории городского округа Красногорск. В садовом некоммерческом товариществе, СНТ, лесные поляны поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Дома в зону подтопления не попали, из опасной зоны эвакуировали 20 человек. Также в Нахабино был подтоплен участок улицы Речная, уровень воды достиг 50 сантиметров. В микрорайоне Опалиха вода залила часть дороги у железнодорожной платформы и три приусадебных участка по улице Новая Московская, уровень воды 60 сантиметров. В пятницу в столичном регионе был побит рекорд осадков за 70 лет, установленный в 2015 году. Дожди в Подмосковье привели к подтоплениям на дорогах в Можайске, Лобне-Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Щелкове, Лосино-Петровском, Пушкине, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне, Химках и Мытищах. Подтопление также устраняют на Илинском шоссе в Красногорске, на Комсомольской улице в Долгопрудном.